27 ноября 2012 года. Йогр. Сбил от меня. Борец культуры. Ромаш. Этажное здание очень быстро строится на месте бывших фортов. Центральный парк культуры. На каждом этаже вот что значит деньги. Есть стройки. Местечко неплохое, вам скажу. Я бы не отказался здесь квартиру иметь, жить. Кто же мне даст? Подумать, да? Сегодня первый солнечный день. Разгулялось солнце с обеда. С полудня. Просто небо чистое. Было, наверное, месяц парно. Ну да, сегодня подморозило, утром минус 7 было, а то все плюс. Дня 3-4 назад плюс 13 было. Вот так, наконец-то тут пожучило чуть-чуть. Зима идет. Сколько осталось? 28, 29, 30. 3. Я с этим хвостиком осени. Вот люди бесстрашные лазят на страшной высоте. Давай, давай, давай. Так. Очень объемно тут сейчас строится внутри парка. Вот, вот Энергомаш тоже обновили. Вот там какой-то культурно-развлекательный центр. Вот дома. Вот это парковая улица. А там на Богданка. Этот квартал тоже скоро весь снесут, видимо. Вон там со стороны Спартака уже атаковали. Вот так идет тут в Белгороде стройка.